Поехали. Супер ретро бокс бот. Звучит не очень многообещающе, потому что современные игры, которые делают под ретро, обычно это крайне специфические игры. Поэтому поехали. Огромное количество уровней. Первое. Вот, смотрите. Нужно пройти, потом нужно пройти за определенное время, а потом нужно пройти быстрее, чем это сделал разработчик. Ну или хотя бы за время разработчика. За 11 секунд нужно? Что, серьезно? Как поднимать? Так, давайте разбираемся пока, ребят, с этим. А, мувы. Понял. Рестарт, пожалуйста. R. Yes. Рестарт, я уже понял. Наша задача пробелом поднять, видимо. Идем вниз. Раз. Два. Три. Вниз не нажимается. Пробел не нажимается, к слову. Но мне надо как-то поднять. L. P тоже нет. Может, нужно на свободную? Один, два. С. Я пока не знаю. На свободную и поднять со свободной, а не когда ты на ней стоишь. Что это было? Не знаю. Тоже не знаю. С. Да, С. С. Передвинуться. С. А как мне кинуть именно... Как мне кинуть именно сюда? Не понимаю. R. Раз. Два. А может отсюда можно... Вот взять? Отсюда я тоже подумал. Нет. Нет, S не берется. Пробел тоже не берется. S пробел не берется. S пробел не берется. Здесь берется. Поставить под себя не могу. Что примечательно. Вот так нужно ставить тогда. Раз, два, три, четыре. Mm-hmm. Это dev score. Dev score. Mm-hmm. Next. Здесь наша задача какая? Ох ты. А это жестко, ребят. Я, если честно, вафелька. Так. А эту не заберу. А как посмотреть, сколько здесь на dev score? Это не то. Это громкость музыки. Escape, например. Это я из игры выйду? Нет. Здесь 18 dev score. Поставил. Тот я не заберу точно. Зато я могу забрать вот этот. А может PL? Нет. Просто зачем мне тогда? Может быть это как... Это чекпоинт. Восемнадцать dev score. Next. Мне, знаете, что не нравится уже здесь? Мне не нравится то, что нужно всегда выходить. Чтобы смотреть. Dev score 31. Ого.
Боже. Слушайте, это жестко. Мне сколько нужно ящиков? Мне нужно вот те три ящика спустить вниз, получается. Угу. Назад. А. У. Отмена. Здесь надо поставить. Теперь нужно взять вот этот. Вот сюда поставить. Ум. Дефскор. Хорошо. Next. Надо взять ключ. И потом к выходу прийти еще. К выходу это два ящика эти поставить. Так, отмена. Здесь надо посмотреть по поводу dev score. А, ну dev пишется в конце, разве что. Хорошо, 18. Пока идем неплохо, ребят. Бонус. Это бонус левел. Тут что-то жестко. Некрасиво так-то. И не забрать. Что, серьезно, никак не возьму? Никак не возьму, ребят. Это я не возьму. Правда. Вот только как мне теперь залезть? Хороший вопрос. Видимо, никак. Мне нужно попасть туда, я не могу. Мне нужно еще на один выше. Ни одного ящика не хватит. Escape, давайте посмотрим, сколько ходов нужно на деф. 38. А бонус надо брать?
Что дает бонус? Непонятно. Если сейчас я тройку сделаю, я это никогда не сниму. Вот в чем дело. Стоп, а как за 38-то это сделать? Я за 46 сделал. А что бонус даст тогда? Причем мне количество ящиков нужно именно столько. Мне не хватит того ящика. Сейчас, ребят, не понимаю. А можно же вот так ходить, точно. Стормозил. Я вот это уже не сниму никак. Вот и все. В этом проблема. А здесь мне тогда не хватит ходов. Что делать? Я могу это сделать, но мне тогда все равно не хватает. Там 36, понимаешь? 38. Ну, хорошо, 38. Чё-то я не понимаю. Вот и нашли мы, ребят, камень преткновения. Могу здесь обратно поставить. Мне все равно верхнюю нужно снимать. Вот в чем дело. Четыре, шесть, 52 даже. Но это если брать бонус. Бонус сильно замедляет. Без бонуса попробовать на дейв пройти, а потом просто бонус забрать. Бонус взят.
отмена. Не знаю, как сделать меньше на 6. Что-то жестко. Чат, есть варианты? Два. Три. Здесь выбора у нас нету. Вроде бы. Может быть, есть? Нет, нету. А сколько я здесь трачу ходов? Давайте так. Раз, два, вперед. Может быть, мне быстрее будет выйти через лифт. Раз, два, скинул. Да? Два скинул. Но я два скинул в любом случае. Там что будет? Раз, два, три я подойду. А здесь будет? Раз, два. Ну, то же самое. Здесь только неправильно. Здесь, может быть, как-то надо по-другому. Если ты мог под себя оставить. Но я не могу под себя оставить. Но вот уже получается не то, что нам нужно. Сорок шесть. Прям да. Привет, привет. Как дела? Стоп, а могу ли я вот так сделать? И перебраться, например. Не могу. Я могу застроить себя полностью. Вот так сделать, к слову. Хорошо. Да ладно тебе. Серьезно, два. Два где-то.
Идея правильная, но не до конца правильно реализованная. А как же ее реализовать правильно? Ну, по-хорошему, накидать прям сюда много. Так, смотри. Раз. Может быть. Погоди. Здесь я сколько потрачу? Раз, два хода. Поднял. Два хода и поднял. Если я пойду сюда, то раз ход, два хода. 3-4 хода поднял. Поэтому мне нельзя спрыгивать. Мне нужно именно здесь танцевать. Здесь. Тем более. Здесь, мне кажется, лишний ход был. Да. Ну и то, 38 надо, у меня 42. В прошлый раз так-то получше получилось. Вот хороший вопрос на самом деле. Как? Но здесь я не могу вот эту брать. Никак. Это единственное, которое я могу взять. Единственное. Прыгнуть на них, на эти две. Угу. И скидывать в ту сторону. Вот так? Да. А потом ты берешь еще одну, идешь, спрыгиваешь, скидываешь. Скидываешься. Идем дальше. Я, по-моему, так уже делал. Да. К сожалению, вот. 44. Это та, что 44. Поэтому здесь скидывать сразу как раз нельзя. Хорошо, нельзя. Добро, а что тогда делать? Неужели идти до конца? Глупости. Никогда не поверю. Очень много. Ну да. Сорок восемь аж. Ну куда? Нет, относить сразу точно нельзя. Хорошо, нельзя. А надо.
Здесь действительно я очень много теряю по времени. Из-за вот этого. Есть. Отлично. Ух, ну жестко-жестко, ребят. Жестко-жестко. Понял как? Угу. Ну и, конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья – это главное.